Привет, всем привет! Вы на канале Popcorn Machine. Ну что, в Hill Climb Racing у нас запускается ивентик, похоже, китайский Новый год. Лунный фестиваль. Ребята, лунный какой-то фестиваль. Ладно, давайте сейчас заглянем, посмотрим. Так, откроем-ка мы с вами редкий сундучок. Ничего хорошего. Так, события, да? 5 дней будет у нас соревнование длиться. Так, милое сердце, дом родной. Ну да, ребят, повторный, короче, ивентик. И, в принципе, персонаж тоже у нас в китайской одежде. Да, это, похоже, китайский Новый год. Так, 400 баллов всего. Ну, блин, ребята. Так, это внешка у меня уже должна быть. Ладно, это мы сейчас проверим, в принципе. Так, наша задача какая? Убежать, ребята, от этого. Кто-то писал в том году еще, типа, это дракон. Кто-то говорит, это пес. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, кто за нами сейчас будет гнаться. Можно гонять на баге для песка, в принципе, кто новичок, кого нет еще раллийной тачки. Но я буду, ребят, ездить на раллийной тачке. Так, все, поехали. 4 билета есть, 5 еще бесплатный должен у нас будет. Короче, такой огромный зеленый песик. Побег из Ниан. Да, ребят, огромный зеленый песик. И нам нужно от нее убежать. Ну, в принципе, здесь система такая же будет, как в Хэллоуин. Нам нужно доехать до квартиры. Так, первая квартира есть. Примерно 3 квартиры проезжаем, ребята, и уже четвертая квартира уже у нас будет как бы недоступна. Уже там максимально далеко нужно будет проехать. То сколько сможет. Насколько топлива хватит. Так. Ой, блин, давай. Нас песик пытается догнать. Зеленый песик. Так, вроде дом. Доехали. Так, квартира. Конспиративная квартира. Как будто мы какие-то... Блин, ребят, ошибочка. Как будто мы какие-то агенты. Ну, прям в какой-то конспиративной квартире ныкаемся, прячемся, да? За нами устроили охоту. Хоть за нами какой-то огромный пес по заказу. Ай! Что там? Так, конспиративная квартира номер 3. И, ребята, все, четвертой квартиры, скорее всего, не будет. Но нет, бывают случаи, что еще четвертая контрольная точка у нас есть. Да, ребят, эту квартирку можно назвать контрольной точкой. Где мы с вами, в принципе, если на этот раз нас поймают, мы начнем с этого же места. Вот как начал, а вот этот заезд. То есть это получается контрольная точка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подождите-ка. Нет, не догоняет, ребят. Что там? О май гад. Я это сделал, я заехал. Мало кто сможет туда заехать, кстати, с первой попытки. Все, топлива нет. И песик нас поймал. На, 1311 метров в итоге. Блин, я говорю, мало кто сможет это сделать. Ага, конечно. Слушайте, как вариант, сейчас знаете, что сделаем? Блин, крылышки, даже не знаю. Ну, можно попробовать крылья убрать, заместо него попробовать ускоритель дым поставить. А, кстати, а на какой тачке-то вообще гонять? Да, все на раллиной тачке гоняют. 15-й позиция, вы что, издеваетесь? 1400, блин, ну нет смысла запускать. А хотя, подождите, мы же не начинаем заново, да, почему нет смысла запускать? Есть смысл. Да, ребят, за 50 секунд, в принципе, можно улучшить свой результат, попробовать. Мы же начинаем с вами с третьей контрольной точки, да? Третья получается. Сейчас попробуем. У нас рекорд сколько? 1311 вроде. Так, вот здесь останавливаемся. Т
Так, 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 так. Ну, смотрю, конкуренция такая здоровская. Ребят, на самом деле. Блин, времени нет. Ай, времени нет, блин, я же... Я прям смог бы улучшить, да, если бы времени хватило. Если я не тупил, а запустил еще разочек, повтор. Ладно. Что у нас дальше? Злой зверь, карта. Трасса злой зверь. Я злющий просто зверь. Ладно, пробуем. В итоге аж 8 баллов удвоилось. За вид подписочку удвоилось. Получил я 16 баллов. Хорошо. Так, смотрите, ребят, имейте в виду. Зимние шины обязательно нужно ставить на любой транспорт. В этом ивентике зимние шины нужно будет ставить обязательно. Потому что без нее на горочке заезжать вы не сможете. Зацеп нам нужен. Зимние шины зацеп дают на любом покрытии. Кто бы что ни говорил, ребят, зацеп зимние шины дают. Ай-яй-яй-яй, на любом покрытии. Даже на асфальте. Да. А то многие думают, что зимние шины полезны только при езде по снежной трассе. Нет, ребят, они везде полезны. Так что имейте в виду. Так, вторая контролька. 650 метров. Ну, бывает еще, что всего лишь, по-моему, две контролечки и уже третья трасса. Продолжение. Блин, продолжение уже третье начинается. У вас уже до конца нужно максимально ехать. Бывает тоже такое. Так, подожди, подожди. Кстати, что-то трасса новенькая. В том году вроде ее не было. Ребят, по-моему, в том году ее не было. И она какая-то прям слишком простецкая такая. Ай-я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 й. Блин, ладно, доехали до контролечки. 1000 метров ровно. И момент. Момент истины, ребята. Максимально далеко сейчас нужно ехать. Так, а вот эта трасса. Блин, наверное, была просто. Просто что-то я не помню. Ну, скорее всего. Ай! Я заехал. Отлично, зацеп мне в этом помог. Ёлы-то пал. А, все нормально, все нормально. Так, спокойно. Так, вот здесь, я даже не знаю, надо было. Наверное, да, надо было назад дать. Блин, да, ребят, надо было назад дать. Нееет! Да и потащил обратно, закусил и просто обратно потащил. Надо было оттуда разгоняться. Хотя и так можно было, конечно, если бы с первой попытки все получилось, в принципе, да? Если бы меня песик не съел. Я бы, конечно, заехал, но, блин, к сожалению. Время, время, время. Ребята, если тормозим, нас песик начинает догонять. Так, подожди. А, здесь нормально все. Да-да-да. Ребят, вот здесь не торопимся. Все нормально, так, спокойно. Вот здесь надо разгончик, чтобы залететь. Ага. Так, а здесь что? Здесь тоже все хорошо. Так, здесь притормозим немножко. Я не знаю просто, что там впереди еще дальше. Так, вроде все нормально. Блин, вот здесь чё, куда мы падаем? Ай, вот это провал! Ё-моё, ну все, 20 секунд нам не хватит. Короче, пока не прощупаешь трассу, можно столько ошибок наделать. Да, ребят, пока не прощупаешь трассу, ошибок можно сделать кучу. Ну все. Короче, опять, не знаю, на 8 баллов, надеюсь, выкину, ну, а там посмотрим. А может даже ниже. На 8 баллов, да, ребят, 14-я позиция. Если бы там не навернулся, блин, ну, первое место, возможно, бы занял. Ладно, так. Опять 8 баллов, да, 2 раза по 8. 32 в итоге. Хорошо, хорошо, давайте второй билетик, третий, то есть, посмотрим, что там за трасса следующая. Ну, ёлы-то палы, ну что ж такое-то? Первые 300 метров. И контрольная точка.
Так, есть. Куда полетел, не знаю пока. Но пробуем, ребят, пробуем, пробуем. Ой, за счет зацепа я все-таки, видите, еду, еду, карабкаюсь. Если бы зимних шин не было, я бы шлифовал и назад бы ехал. Скользил бы все равно назад. Кому я объясняю, ребят? Вы все прекрасно знаете. Хотя многие все-таки думают, что зимние шины бесполезны. Кроме как на зимней заснеженной трассе, да? Везде они бесполезны, кроме на заснеженной трассе. Нет, ребят, вы не правы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, чё, куда я ныряю? Я думаю, все нормально. Блин, блинский. Нет, персик, давай-ка я наверх, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что? What's up, man? 855 метров, 2 минуты остается. Ёлы-то-палы, какого лешего? А? На третьей контролечке не доехал. Так, здесь что? То же самое. Короче, здесь сейчас, короче, наверх. Можно, блин, можно было наверх не ехать. Ладно, давайте вот так сделаем. Надо было просто снизу проехать, не делать такие вот финты. Было бы быстрее. Ребята, минута 20 остается, чтобы попробовать прощупать трассу и улучшить результат. Ёлы-то... Капец! Ой, как же ты жестоко меня схватил. Ой, ё-моё, ребята, надо снизу. Знаем. Вау, ускоритель при езде на заднем колесе стоит у чувачка. Ну ок, я не буду с тобой спорить. Возможно, я тоже так попробую. Пашка, какашка. Ладно, ребят, 30 секунд, ё-моё. Ё-моё. Нет, я чуть-чуть не смог. Блин, ну первое место точно нет, потому что коряво проехал. Какое первое место? 20-й позиции вообще, ё-моё. 1464. Ничего себе, 1464. Ха. На 164 метра. Блин, опять 8 баллов, ну как так? Эй, побеги, давайте посмотрим. Ага, крылья, зимние шины, усиленная турбо. Крылышки стоят, вижу. Ребят, крылышки у них стоят. А, крылышки стоят, да? Давайте четвертый слотик мы сейчас попробуем с вами настроить. Так, тот подписался. Олег Рейсер, что ли? Что-то плохо вижу. Далеко, слишком мелкие цифры. Буквы, то есть... ребят, что делаем? Что делаем? Давай сейчас... Давайте усиленный труп попробуем убрать. В принципе, попробуем поставить тогда крылышки заместо них. Ладно, все. Четвертый билетик. Пятый не буду тратить. Чтобы видео, ребят, не затягивать. В принципе, не буду. Пятый билет использовать. 200 метров. Видите, то есть когда-то 300, когда-то 200. Thank you.
Так, перевернулся, но нам засчитали, да, контрольку. Все-таки заехал, залетел. Ё-моё. Блин, 30 метров, что там? Что там? Ага, берем, ребят, обязательно берем, потому что это, судя по всему, уже все финальное. Максимально далеко нужно здесь уже ехать. Похоже. Так, кстати, трасса, на этой трассе мы уже с вами гоняли вроде, да? Ё-моё, что там, что там, что там? Да-да-да, я в тот раз, помните, на этой же трассе и разбился. Вот, на этот бугорочек немножко не доехал, у меня топлива не хватило. Давай, ускоряемся. Давай, давай, малыш. Ну что, ну давай хоть напоследок топ-1 возьмем, а? Чувак, 1335. Фу-фу-фу-фу. И чё, у нас еще минута 20, серьезно? Ну, давайте попробуем улучшить. Ну-ка, ну-ка, ребята, ну-ка, ну-ка. Попробуем улучшить, почему бы и нет. Блин, тот раз был лучше. Ха. Ладно. Ай, здесь ошибку сделал. Ать, не догнал. Хотел зацепиться, но не смог. Я ушел от него. Нормально. Но с топливом что-то у нас похоже. Блин, блин, а эти чуваки ведь меня сейчас обгонят. Знаете почему? Хотя нет, они не доехали до моей точки. Ребята, они не доехали, подожди. Блин, один все-таки, нет, трое обогнали. Вот засранцы такие. Ладно, ребята. Давайте посмотрим, есть у нас этот скин персонаж или нет. Если он есть, то нам за них дадут кристаллики, дубликат. Ага, есть, ребят. То есть в том году я уже забирал, получается. 64 балла в итоге есть с 4 билетов. За счет VIP-подписочки у нас удвоились. То есть 32 получил бы, да? А почему 32 получил бы? 84, 32. Что получается, мы на этот раз? Или мы в тот раз, получается, когда-то, самый первый раз 7 баллов получили? Я, короче, где-то ошибся, ребят. Ошибся. Ладно, неважно. Короче, 64 балла есть. Персонаж у нас есть, наличие, дубликатик, да? Ну, все. Будем проходить ее дальше. В понедельник обязательно, ребят, загляните на канал, часов 5 вечера. Будем открывать оставшиеся сундучки с этого события. Легендарный сундук тоже откроем, заберем, что нам попадется, не знаю, проверим. Не забывайте подписываться на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.